ближайшие сутки на севере прогнозируют дожди, в центре и на юге переменная облачность. В Бричанах и Сороках обещают плюс 8, в Бельцах и Аргееве на градус выше. В Тирасполе термометры покажут плюс 11, в Леове ожидается 12, в Камрате и Кагуле до 13. В столице днем воздух прогреется до 11 градусов, ночью 4 выше нуля. В ближайшее время немного похолодает, днем от 1 до 5, в ночное время столбик термометра опустится до минус 6. И о погоде в Европе. В Мадриде 10 градусов, в Париже воздух прогреется до 7, в Лондоне на градус ниже. В Берлине ожидается 5, пройдет мокрый снег. В Риме солнечно, до 17 градусов. В Вене термометры покажут 7 градусов, в Праге и Варшаве прогнозируют 5 и также пройдут дожди. В Будапеште плюс 12, пасмурно. В Белграде тепло, здесь до 15. В Бухаресте 13 градусов и туман. В Афинах термометры покажут 17, в Киеве плюс 6, пройдут дожди. В Москве около нуля, снег, в Анкаре до 12.